Всех приветствую, друзья, на своем канале. Новый день, и мы в магазине Fix Price за новинками. Набор автоматических ручек 59 рублей 7 штук. Толщина письма 0,7 мм, и хоть у них яркий корпус, но все чернила синие. Шары воздушные, 10 штук разных цветов, в комплекте идет насос. Из таких можно делать различные фигурки, есть даже схемы. Цена 99 рублей, никогда не понимала и было очень страшно, как это делают. Наверняка в каких-то городах уже тепло и дети могут играть с песком. Вот в таком ведерке, внутри разные формы, плюс грабелька. Цена 149 рублей, ведерко тоже необычное. Можно построить себе замок круглой формы, квадратной. Очередная поставка детских пазлов. 24 штуки, картинки из мультиков, и они крупные. Цена 199 рублей, давайте посмотрим, кто здесь есть. Далматинцы, дамба. Размер 48 на 33 сантиметра. Надувной круг в форме сердца, а внутри разноцветные перья. Размер 75 на 78 сантиметров, цена 249. Красивая тарелка в форме сердца. С не очень высокими бортиками, 22,5 сантиметра. Цена 149 рублей. В такой же форме есть салатник, объемом 1 литр, опаловое стекло. За 199. Корзинка лофт прямоугольная, 3-литровая. Для удобного и стильного хранения. Цвет нашла только белый. Форма такая, что можно составлять друг на друга. 79 рублей. Вот, посмотрите, я составила две корзинки, перевернув верхнюю на 180 градусов. Еще одни корзинки для хранения, которые могут привлечь ваше внимание. Они по 99 рублей и тоже составляются друг на друга. 30 на 20 на 14,5 сантиметров, пластик пищевой, немножко со сдвигом, три цвета. Набор для уборки, в него входит совок, большая щетка, маленькая ручная и узенькая. Хорошо, что они в едином цвете, кроме зеленых есть голубые, 249 рублей. Жалюзи размером 150 на 50 сантиметров, выполнены из нетканного материала и полипропилена. Компактно свернуты и практически невесомые. В набор входят сами жалюзи, лента, липучка, фиксатор и инструкция. Все довольно просто. Я покажу вам поближе инструкцию, чтобы вы сразу поняли, нужна вам эта вещь или нет. Из дополнительных материалов может потребоваться только канцелярский нож. Они стоят 199 рублей в синем, черном, белом цвете и сереньком. Любители понаблюдать, какая пряжа в магазине Fix Price, у меня тоже есть, поэтому покажу вам все, что в наличии. Пряжа разноцветная, 100 метров, 60 грамм, полиэстер, 149 рублей. В этой коробочке сразу две разновидности пряжи, это веревочками и нитками, 90 грамм. Вот ее больше, есть разные цвета, 99 рублей. А в этой коробочке немного пряжи пушистиков, 149 рублей. И это у нас набор, там внутри есть спицы, 199 рублей. Пряжа для вязания, акриловая, мягкая, 50 грамм, 99. Если любите кроссовки, но все еще не купили себе обувную ложку, то забегайте в Fix Price. 55 сантиметров длина, металлическая, 149 рублей, с крючком. Жевательная резинка Orbit, в пакетиках 25 подушечек, вкус сладкая мята и банан и клубника. Несложно догадаться, что покупают лучше, 55 рублей. Батончик графика Максим, 13,70, конфета глазированная с карамелью, арахисом, хлопьями. А еще в нем есть изюм и воздушный рис, вкусняшка. Батончик с комбинированным корпусом, Петровский Форт, с орехами, нугой, карамелью, но состав однозначно не полезный. Протеиновые батончики я уже давненько замечаю в Fix Price, но сейчас заметила со вкусом банана. 50 грамм, сытный, в составе указан сахар. Цена 33 рубля. Печенье злаковое, вечерняя тайна. Упаковка небольшая, всего лишь 120 грамм. Чтобы увидеть состав, придется постараться. Здесь есть и ароматизаторы, и различные масла, и даже сода пищевая. Второй вариант, классическая, 27,50. Все та же вечерняя тайна. Вафли глазированные с арахисом и фундуком. Составчик тут довольно обширный, масса 100 грамм, цена 39,50. К сожалению, друзья, цены поднимаются. Вот такая пачка 185 грамм Китката и Несквик,
теперь за 149 рублей. Пирожное Форетти, 2 штучки в форме сердца с карамелью, 33 рубля, по 79 круглые. Изменилась форма упаковки попкорна сладкого, двойная карамель, 250 грамм, цена 55 рублей. Друзья, в прошлый раз меня осудили за то, что я назвала эти томаты томатной пастой. Но простите меня, я никак не могу их назвать томатами, потому что там сплошная жижа и месиво. И даже если на упаковке написано, что это томаты, я отказываюсь в это верить. Если они там и есть, то состояние непрезентабельное. 99 рублей. Детские маечки в приятных оттенках. 100% хлопок. Размер есть со 104 по 128. 99. Друзья, в магазин FixPrice повторно привезли спортивные топы. Они мне очень нравятся. Я себе приобретала целых два. Линейка размеров 42 по 48. Внутри есть чашечки, которые можно вытащить через отверстие. В позитивных ярких расцветках то, что нужно для тренировок. Конкретно я себе приобретала вот такой фиолетовый и розовый. 299 рублей. Новые необычные женские носочки. Спереди есть рисунок и сетчатая часть. Размер 35-38. Хлопка 58%. Носочки стоят 79 рублей, а вот все варианты. Я постаралась и достала их для вас, а вам ничего не стоит поставить этому видео лайк. Неплохие носочки сеньора, универсальный размер, в центре есть резинка. Они больше спортивного плана, но и в обычной жизни можно их использовать. Невысокие, цвета спокойные. Классические женские носки Ecotex, невысокие, с узкой резинкой. 70% хлопка, 79 рублей и все резиночки ярких расцветок. Наборы кабельных стяжек 55 рублей. Есть как из двух, так и из трех расцветок, по 40 и 75 штук. Все размеры можно прочитать на упаковке. Качество как во всех магазинах. Зажимы для снятия гель-лака 55 рублей. Кто-нибудь такими все еще пользуется? Наверняка да, кто в домашних условиях себе делает покрытие. Заколки для волос 6 штук 59 рублей. 2 заколки прямоугольные и 4 невидимки. В наборе заколки одного цвета, но сами наборы отличаются. Сиреневые, розовые, бордовые и вот такие бесцветные практически. Единственное, в чем я не уверена, как долго продержится краска. Набор резинок для волос 59 рублей 6 штук. И эти резинки бесшовные, а значит не цепляют волосы. Обратите внимание на поступление новой туалетной бумаги Ова. Есть трехслойная 8 рулонов, зелененькая и оранжевая. Оранжевая 199 рублей 28 метров, а зеленая чуть больше 16 метров. Она 149 рублей, тоже 8 рулонов. Выгоднее, конечно, покупать оранжевую, и я беру ее. Крем для лица новенький от марки Невская косметика. Морковный для сухой и чувствительной кожи. Увлажняет, улучшает цвет лица с карты 85 рублей. Также напоминаю вам, что в магазине FixPrice есть крем-маска против старения от Florissant. 10 штук в упаковке 99 рублей. Маска-пленка серебряная, очищающая 99 рублей. И деликатный гель интимной гигиены теперь тоже стоит 99. Крем для рук Hand & Body по акции 85 рублей с картой. Питательный, с удобным дозатором. Жидкое мыло Ушастый нянь детское с пантенолом. Объем 300 мл 149 рублей. Лично у меня подруга только Ушастым няням и пользуется. Но есть другой вариант от Невской косметики, тоже детский, за 127. Зубная щетка Sensodyne для чувствительных зубов подходит. Она коротенькая и с мягкой щетиной. Стоимость 149. Из хороших зубных щеток мне понравился Премьер. Есть средней и мягкой щетины 99 рублей. А также могу посоветовать вам Colgate Neo 99 рублей, средняя жесткость. Теперь в магазине Невской косметики будет очень много. Зубная паста «Новый жемчуг» с экстрактом коры дуба для здоровья десен 79 рублей. Мыло хозяйственное, универсальное 72%. Кусок 180 грамм стоит 59 рублей. А в прошлый раз было такое же мыло, и оно здесь есть 4 куска. Я хоть и показывала вам дезодорант S-Cosmetic, но упаковка была голубого цвета. Это же нежная шелка, 99 рублей. На этом, друзья, все. Благодарю за просмотр. Мы увидимся с вами уже завтра, потому что новинок еще очень-очень много.
Не забывайте поддерживать канал, подписываться на все социальные сети. Я желаю вам хорошего настроения. Пока-пока!